So, and just to try and cultivate this mood that we want to move the children more in the center of our community. И просто для того, чтобы попытаться перенести внимание нашей общины на детей, что они должны находиться в центре внимания всей нашей общины. So next week, Saturday, we want to have a children's day. В следующую субботу мы организовываем в нашей ятре День детей. Did you hear about this? Вы уже слышали об этом? Yes, some of you. Некоторые слышали об этом. Yes. So the idea is that not this children's day is not just for parents but their children. Идея состоит в том, что этот день не просто для родителей с их детьми. But we want to all make an effort to really interact and play with the children. Но мы хотим, чтобы каждый он научился этому искусству взаимодействия с ребенком, играя с ним или что-то еще делать. No matter how old we are, не имея значения наш возраст, no matter whether we have children or not have children, имеем мы детей или нет, yes, we all want to put the children at least on this one day in the center. Просто мы хотим, чтобы хотя бы на один этот день мы поместили ребенка в центр. Yes. Детей в центр. And our focus should be not what is nice for me and how will I have a nice time here. И эпицентр внимания на том, не то, как мне будет приятно и как бы я хотел наслаждаться здесь. But how can I give something to the children? Но что я могу дать ребенку, and make them happy in Krishna consciousness. Чтобы сделать его счастливым в сознании Кришны. And give them a nice experience. Дать им замечательный опыт. Yes. So on Saturday after the morning program at 10:30 we want to get on the bus and go to Echo Park. В следующую субботу сразу после утренней лекции программы 10:30 мы садимся на автобус и выезжаем в этот парк.